Значит, дана функция, найдите значение функции, то есть значение функции — это y надо найти, при x равном 4. То есть x дано, y найти, по сути. Значит, что мы делаем? При x равном 4. Я даже вот так в плане оформления напишу, тут будут смотреть оформление. При x равном 4 у нас получается вот функция наша, да? Y равно, я переписываю, но сейчас вместо x я подставлю мое число 4. Там раз вот так умножить на 4 получается. Тут между числом и буквой ничего не было, но это умножение считается. И плюс 11. Все, и просто я считаю. Просто считаю. Здесь 4 и 2 я могу сократить. 4 разделить на 2 это 2. Да? Поэтому так я могу раз, раз. Двоечка тут у меня осталась. Минус 14 плюс 11. Минус 14 плюс 11 – это будет знак большего, действия с разными знаками. Да? Раз знаки вычитаем, то есть 3. Ну, все, ничего такого сложного. Ответ – минус 3. Подставил и посчитал. Понятно, да?